это больно. Части!
Тишина! Нашли шоковое оружие. Оно проникает через большинство щитов и может оглушить противника.
Если нужны лекарства, подходим и берем. Сюда. Поболтаем немного. В этих краях не часто встретишь собеседника. Thank you.
Хороший стрелок! Эй, это больно! Лучше становлюсь. Приветствую, путник. На панели наград в Кременнике доступны новые задания. Не удалось пока найти хранилище. Thank you.
Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Thank you.
Ты стрелок! Так, у нас тут пушки. Если нужны лекарства, подходим и берем. Можно подобрать себе машину! Можно даже раскрасить ее в любые цвета! Ты ведь не скак, правда? Нет? Тебе повезло. Я стреляю только в скакости. Как правильно. Спасибо. Я понимаю, здесь жить нелегко. У многих не хватает времени, чтобы даже себе помочь, не говоря уже о помощи другим. Просто знай, что я ценю твою помощь. Я это не хочу тебя бросать. Thank you.
Залезаем. Моя машинка не первая красотка на деревне, но зато разгоняется за секунду. Покатаешься, сразу поймешь, почему всем так нравится такси Блюз от скутера. Бандиты нас больше не беспокоят. Частей.
черт! Ты прыгаешь через струю мочи в моей машине? Эй, дружище! Когда еще раз соберешься, скажи мне! Это же круто! Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? Отлично. Возвращайся сюда. У меня для тебя кое-что есть. Привет. День 119. Я сидела в душе в слезах почти час. Это интересно, принимая во внимание, что у нас несколько дней нет воды. Мой здравый смысл испаряется так же, как и рабочие на моих раскопках. Изучая символы и светящиеся узоры на месте раскопок, мы, наконец, извлекли из-под земли доказательства, служащие свидетельством существования жизни пришельцев, которая была здесь, на Пандоре. Но праздник получился довольно грустным, так как осталось лишь двое из моих коллег. И я не очень люблю ту толстую девицу, Чимэй. Мне говорили, что научные исследования требуют жертв. Но до настоящего времени я не понимала, что это значит. По дороге к шахте. Я слежу за состоянием медицинского оборудования. Кувалда связывал всех членов его семьи, а из их кожи сделал навес. Не повезло Шепу. Но компоненты редко расставляют. Будет здорово, но у тебя, если ты сможешь ему помочь, отлично вышло. Thank you.
кажется, на этом все. Ну давай, повеселимся. Эй, смотрите все. Я танцую. Я танцую. Человека, кувалды, есть то, что нам нужно. И вы заберете это у него. Кувалда плохой человек, который ужасно обращался с жителями Кременника. Можете с ним не церемониться. Выбери себе машину. Такси плюс.